Всем привет, с вами Ирина. Хочу показать вам именно вот эти вот орхидеешки. Почему? Потому что вот эти вот растения, ребят, их у нас было в заказе, по-моему, где-то штучек 8 или 9. Это 48 SN48 растения. Ребята, они все пришли с цветоносами. Все, абсолютно все. И вот один цветочек уже начал формировать вот такие вот бутончики. Буквально на прошлой недельке, недельку назад мы получали посылку, да, и получается, что сейчас уже это полторы недели. Вот за полторы недели посмотрите, что происходит. А растения пришли просто с цветоносиком, без бутончиков еще. То есть у меня в тепличке очень-очень хорошо растут растения. Как бы я уже это заметила, что действительно растениям здесь намного-намного комфортнее, чем, к примеру, у нас в комнате. Потому что у нас в комнате достаточно сухо. Поддерживать влажность не так уж просто, но как я очень такое интересное высказывание услышала, что у холостяка в комнате может быть и 20% влажности, но там, где маленькие детки, и если сушка стоит в комнате, то всегда 60% влажности будет гарантировано. Так что, ребят, если у вас есть маленькие детки и сушки у вас в комнате, можете ставить смело там орхидейки, им будет там очень-очень комфортно. Я вам показываю эту растюшечку для того, чтобы, потому что очень многие спрашивали, какие именно будут приходить с цветоносами растения, мы хотим заказать в следующем заказе. Ребят, я не могу гарантировать того, что именно вот это растение в следующем нашем заказе придет именно вот с цветоносами. Это уже будет зависеть от того, что у поставщика есть в наличии. Конечно же, мне хочется, чтобы все растюшки нам приходили с цветоносами, чтобы вы получали все растения с цветоносами. Но, к сожалению, это уже не от меня зависит. Так что вот такая вот цветулечка нам пришла с цветоносиком. И мы ждем цветения. Спасибо вам всем огромное за внимание. Подписываемся на канал, ставим лайки. И до новых встреч. Пока!